Привет, мои сладкие. Не ожидали, да? Вы, наверное, спросите, почему я держу сейчас вебку себя во рту? Ну, не во рту, а рядом. Потому что... Она мыла. Поэтому я буду разговаривать так. Значит, я нашел свои видео в папке, вот где я на бандикаме снимал видео. Ну, ладно, в ВБС. Там были видео по Роблоксу. Старые, с Владом. И по Among Us. Вот, я решил их просто слить как в туалет на YouTube. Не пропадать же добру. Все смотрите без монтажа, вот. Все. Смотрите. Мы продолжаем. Извините, я микрофон передвинул. Извини за ваши уши. Я попробую там поменять звук на монтаже. Я же да. Монтажер от бога. Так, ну вот я в игре, здесь что-то все серое. Так, лучше убавить звук, да? Да. А что тут? Вот ты вот заходишь сразу же, это вот стрёмно, да? Стрёмно. А здесь что, какая-то мандавошка бегает? Да. А, ты знаешь, о, вот, короче, беги в другой конец карты, тут там будет красный флажок, подойди к нему. А, и начнется жесть, да? А, вот. Сейчас будет пиздец. Давай. А, так, я убавлю звук. Все потемнело, ночь с тобой. Да пиздец сейчас будет. Красный флажок, я иду за тобой. Вот трусы до него, и все потемнеет. Так, вот красный флажок. Да, и начнется пиздец. Ну и... Так, и когда он начнется? И кто здесь заспавнится? И... Обратно? Короче, ты услышишь музыку, подойди к ней, стрельни в нее, и все. Короче, где будет турция какая-то мандавошка. Черная. Так, подожди-ка, мне аж надо... Мне так стрёмно. Мне надо найти эту музыку, а я не знаю, где эта музыка, потому что я боюсь от громкого звука. Не, ну ты прибавь, ты пока что ничего... Ой-ой, я вас предупреждаю, возможно, будут ультразвуковые... А вот услышишь, там бум-бум-бум-бум-бум. Ультразвук будет, только это, правда, будет не от компьютера, а... А, вот музыка. И где она заставлена? Вот, подойди ко мне, потом стрельни в этот, этот диск стрельни. Потом иди обратно, и там будет черная херь. Если я увидел, я обосрался. Черная херь, я иду за тобой. Ла-ла-ла-ла-ла. Ля-ля-ля, так, я только ее один раз... Она страшная, да? Она очень стрёмная, она чёрная такая. Просто смотри по сторонам, чтобы ты не обосрался. Ты по-любому обосрался? Так оно ж в воротах должно быть. Ну, я там, где флажок. И где-то чёрный. Ты стрельнул вот в диск, где музыка? Да, я стрельнул. Ну вот потом иди обратно. К флажку, да, который я взял, да? Да я не знаю, но... Короче, беги по всей карте, тупо. А, беги к этому, где красный флажок, дотронься, вот, ты подставишь. А нет, ничего не произойдет. Блин, а что делать дальше? А что делать дальше? А, можно пойти на точку спавна? Собери игрушки и садись, дальше стишь, можешь стишок учить. Ты что, стих идешь учить, да? Так ты же выучил. Я его не полностью выучил. Ой, ладно. О, красная херь. Так, ты тут? Да, я тут. А, я, короче, заметил красную херь, она телепортировалась. Да, сейчас. О, шумы. Здесь еще это... Синий флажок. Ой, блин, я, наверное, сейчас обосрусь. Да, ты точно обосрусь. А что не подбирается? Так, ты в игре, да? Пока что, блин, я просто уберу звук. Блин, ты тоже говоришь, что я не обосрался, окей? То просто я очень чувствителен к хоррорам, я... О, вот, короче, дотронься до синего флажка.
Вот, там, видишь, скор один. У тебя будет один из трех. А-а-а. Ну, короче, я видела, она стояла на другую. Черная хрень какая-то там я вижу. Ой, красная, то есть. Да, там что-то красное я вижу. Ну, там просто красный свет почему-то. А, ну сейчас она сзади, наверное, будет. Я ее вижу. О, я замедлился. Ты тоже? Я тоже, да. Ладно. Я закрою глаза. А я нет. О, все, красный свет. Так, вон там я красную херь видел. А от нее что, отстреливаться можно, да? Нет, тупо в нее стреляй, не знаю. Тупо в нее стреляй, но ничего не произойдет. Ну, она вот на этом острове стояла, ну ты видел, да, вот на этом островке. Черезок. Так, еще один... Ворота открылись. Ворота? О! А, забери его, пожалуйста. А ворота не открылись. А чё они мне не открылись? О! О, пацаны, эта красная хрень заспавнилась. Ну чё, я сейчас посмотрю. Влад, о, всё, она телепортируется. О, я тебя вижу, чёрная хрень. Стрёмная очень. Да, видишь, там написано, что это джойнула за гейм. Да. О, я ее видел. Вот на. Так, да. Я в нее стрельнула, она исчезла. Да. Может, тогда оглядываться просто... Я понял, ты знаешь, что когда ты на нее смотришь, что она исчезает. А может, надо сбежать вообще? О, привет. На, ты такая страшная. Это цыганка по-любому. Какая-то с рынка. Она просто разозлилась, что ей бабла не заплатил, вот. И сейчас она готова. Она обмазалась углем для ритуала, кто все сразу. Подожди, ты со звуком? Да, а, нет. Ну, он у меня на минимуме стоит. Вот я смотрел видео, он играл в эту игру, тут скримеры. А еще это Влад, еще это зависит от игрового опыта. Ну, то есть Куплинов вообще хорроров не боится почти. У него там, ну, бывает. А Винди он постоянно срется. Наверное. Нет, уже срусь. Слышал, новая игра вышла, Turn Down называется. Да, я знаю, там нужно все разрывать. Там графика, у меня компьютер взорвется, если я ее... Я ее хотел установить, но мне написала, что файл not find, что файл не найден. Она ко мне идет! Да не, это не страшно, это просто, знаешь, как катсцена. Потом она исчезнет, и ты, наверное, должен дойти до красного флажка, я так думаю. Вот. Блин, подожди-ка, а может... А давай его попробуем кикнуть. А можно его... А не, его нельзя кикнуть. Прикинь, знаешь, можешь там игрокам кидать это, жалобы. Прикинь, ему можно было бы жалобы кинуть. Так, теперь нужно взять последний синий флаг. Слышишь? Так, шумы увеличиваются. Что-то пока вообще не страшно вообще. Господи, какой же стрёмный этот режим. Вот оно идёт. Да. Не страшно. У меня. О, ко мне создатель зашёл, Джон Дэм. Слышишь? А как ты узнал, что это создатель? Слышь, там молоток. Так, сейчас у меня пока что ничего, просто сейчас ВПК был. Я ее прошел. Слышишь? Да. Она вообще изичная, она вообще не страшная. Не, а потом, короче, когда я там, когда ты берешь последний флажок, там заходит этот создатель, ну, типа создатель, потом ты берешь этот последний флажок, доходишь до выхода и тебя банят, типа, кикают. Вот, ну это вообще не страшно.
просто там надо эта реакция. Просто когда сзади эта фигня склонится, ты просто тебя к ней поворачивают, и ты в нее стреляешь, блин. Просто как нечего делать. А вот ты раз это жёг последний. Да, да, у тебя начнёт всё белеть, и ты иди к воротам открытым, которые за флажком. Я понял, я иду. Видишь, там написано, что создатель присоединился. Да, я пока что ничего. Блин, как же стрёмно. Тут такой реалистичный пистолет, да? Да. Ну знаешь, она не страшная, у нее это, она у нее качество не. О, цыганка, нет, не надо, не надо. А, я понял, как ее создали. Значит, взяли цыганку, ей рот распилили. Чего? А, сейчас я захожу. Чего это? Ну что там у тебя? О, Джон Гиллс, правда. Вот. Ну это типа создатель. Смотри, иди к выходу, когда. Видишь? Я помню, что я на херме, да. О, все побелело, все побелело. Да, заходи в ворота. Go back. No. А! Да иду. Все? Кикнул? Меня кикнули, да. Ну вот. Блин. Видишь, не страшная. Темновато игра, нет, я обосрался все равно. Нет, ну это правда, если у тебя просто от страха типа очко зажимается, ты себе думаешь, блин, сейчас так будет страшно, а потом и все, типа ты ее прошел. Ладно, всем пока, с вами был Влад, подписывайтесь на канал Яйца. Всем пока, с вами был Гумси. Всем пока, с вами Гангстер, вот тут Влад, он немножко начал раньше, чем я, вот. И вот будет тут и монкаж, не знаю, смогу, ну, выложу ли я это, не выложу. Вот. Попробовал сделать так, чтобы Влада было слышно. Не знаю, будет ли его слышно. А, я сделал, чтобы Эрика было слышно. Да, всем привет. S-H-R-U. Подписывайтесь на канал Яйка! Подписывайтесь на канал Влада. А то, подписывайтесь на канал Ярика. Мне пришлось потерпеть такую катастрофу. От меня отписалось аж целых 4 ладно, в принципе. О, нет. Ребята, ну вы безобразники, конечно. Быстро подписывайтесь на Заупаку. Ну, то есть на Ярика. Да, у меня так много псевдонимов стало его монкас. Я то Оральный, то Заупак, то... Лазует. А у него вход видео с крутым монтажом, крутые эксперименты, есть всякие туториалы, короче, он. У него 3 канала по геометрии. Не надо. Второй канал и основной. Ну точнее их мне еще где-то 8. 3 он использует. Вот. Второй, он выложил видео месяц назад. У него он потерялся в шкафу. Короче, очень интересно, где он выкладывает. Он фанат Роблокса. Он со мной играет. Я фанат Роблокса, я играю в него только с тобой. Ты раскрыл тайну, бля. Короче, я только играю в Роблокс, но потому что реально мне одному скучно играть. Тут хотя бы хоть что-то есть. А так я постоянно смотрю YouTube. Вот. Ой, это белый, это пивко. Давай за пивко. Давай. Иди к кнопке, да. Он за мной бежит. Да? А, нет, его не вижу. Блять, он там. Так, нажимай, да. Неожиданно, правда? Я посрался! Ну, возьми нож, зарежь себе, пожалуйста. Нет, у меня ребенок, я не могу его в голову. У меня тут дети вообще-то. У меня тоже будет ребенок. Да ты мой хороший! А у меня 2 ребенка! 2. А у тебя 1.
А у меня 3 глаза. А мы же не знаем лицо этих космонавтов. Мы не знаем, сколько у них глаз. Все, давай, убей меня. Не могу. Опа, союз нерушимый. Я типичный русский человек. Да, все русские должны обязательно ходить с шапками и ушанками. Союз нерушимый. Ох, мой член. О, Дима зашел. А, кстати, у нас в классе есть одноклассник Дима. Да ладно, у нас тоже есть одноклассник Дима. Он новенький. Раскрыл страшную тайну. Да, все тайны страны. Ребята, я вам сразу говорю всем, потому что я могу пропадать, потому что у меня вот тут брат сидит, вот мелкий чибрик. Вот. А у меня нет никого. Если кто-то у меня эмоции имеет, то только соседи. Жизнь дерьмо. Влад, смотри, я забагал. Жизнь дерьмо. Это предатель, да что ж такое? Опять предатель, что ж такое-то? Что ж ты будешь делать? Опять я убийца. Опять, да, блин, ну как же так? Я прям при Арсении убил, ему вообще насрать. Может, почему быть многодетной матери? Я прям вас не сижу. Просто спишут виски, насрать. Чтобы быть убийцей. Смотри, видишь, я забагал, смотри. Смотри, видишь, я питомца забагал. Питом быстрый. Видишь, да, он в ящик хочет. А как ты так сделал? Смотри, смотри. А, блин, легкими движениями. Ну ладно, сейчас. А, да. Забыл сказать, еще мешать мне может собака. А то она туда-сюда ходит, родители постоянно дверь открывают. Вот. И вот она хоть забрасывает на кровать. Брат, слава богу, вот он. Вот он сидит. Да, видно. Ну, вот он, короче. Вот, он ломает мою гитару, спасите. Ломает мою гитару. Кстати, а моя собака тоже принесла обед, она сгрызла лампу. Которую я выбил из сюрприз-бокса. Она что, лампочка что ли сожрала? Ну, знаешь, вот эта лампочка на USB такая, ну, возможно, я сейчас на видео прикреплю скриншот, вот. И сюрприз бокса мне досталось. А ты на каком сайте сделал сюрприз бокс? У меня в торговом центре прям была такая палатка, можно сказать, не палатка, хрен знает. Короче, где продавали сюрприз бокс. Никто не заходит. И, кстати, благодаря сюрприз боксу мне попались VR-очки. Ну, у тебя крутая жизнь, у меня давно прям. Ну, кстати, а меня вот это папа заставил прочитать про 4 ноября. Потому что, ну, что это типа Россия, типа я должен знать там какие все праздники, вот мне делать нечего. Блин, я вот недавно я проснулся в 2 часа дня и уже 5 часов вечера, да ё-моё, а? Что ж мне так быстро дни летят? Давай, да нажимай. Кстати, мне завтра, ой, послезавтра в школу. А у нас не факт, что мы пойдем. Ну что, мы сдавали мазки и... Там у меня маленький словарный запас, короче, не обращаешь на это внимания, при виде я всегда так запинаюсь. Вот. Фиолетовый. Потому что он прям убил, и я в это время зашел, когда убил фиолетовый.
Окей, фиолетовая, за фиолетово. Я решил нажать на репон, но он я хотел притвориться, типа, что это он убил, и поэтому сделался сам над своим убийством репон. Аленка, удален. Блин, я хотел это сказать. Опять здесь читер какой-то, все серые. Ну, это из да. А Влад, что это? Что? Тебя вот какой-то мужик орал. Влад, ты что делаешь? Влад. Влад. Смотри, что я написал в чате. Ты тут? Ну, пацаны, Влад рипнулся, походу. Интересно, Влад, это все рядом в записи выложит, да? Как он там к маме ходит, как у него брат орёт. Круто! Ладно, давайте подождём. Клавиатура, видимо. А, нет. Это... Ну да, какой-то украинский. Наверное. Блин, ладно, давай уже. О, видите, теперь собака хочет обратно. Ах, да, у него брат зовут Алмаз. Да, не очень, конечно, но Влад так не скажет. Извиняюсь за ваши уши. Некоторые сыграли, могу, короче, дополнительных людей фармить, а некоторые...
давай я буду сантехником. А, кстати, а почему здесь нету толчков? Чем они срут? А у тебя самого-то запись идет? Так, повышу Влада. Ой, чтобы он был громче. Блин, а я проверку забыл провести. Мне насрать на то, что мне насрать. Блин, я посрался. Дискус. Вот какой-то подозрительный. Thank you.
визуально. Жду, когда отсюда вылезет убийца. Вот. А, подожди, как думаешь, кто это, Карина или Нова? Это Ленова, это Ленова. Надо, чтобы, надо дождать, чтобы игра закончилась. О, кого-то убили. А, ладно. Ладно, давай заново зайдем. Давай тогда давай тогда в другую игру зайдем. Давай. Смотри. Найти игру и... Загрузочная.
загруз. А, вот. Смотри. Смотри, какую игру. Вот это. Шаршубер. Делаешь электричество, чтобы делать электричество. Так, что там по заданию? Я думаю, что это шершуля. Интересно, кто же убийца? Да шершуля наверняка. Это шершуля. Никто не подумал, что это я, прикольно. Что здесь голосовом чате? Ну не, а я про саму игру. Если бы был бы голосовой чат, все бы меня спалили. Смотри, все за красного. Кто-то покинул игру. Интересно, а что это за кто? Блин, Лил Мама осталась. Лил Мама, Лил Мама. Лил Мама. А, кстати, а ты не знаешь, как Влада зовут? Знаю. Да. Влад зовут Влад. Ты знала? Так, что там по заданию? Заметьте, что я из люка вылез. Бу, сколько ел. А, ну хотя не все. Thank you.
Иисуся. Так, ну давай теперь зайдешь, пожалуйста. Хочешь? Давай. Да. Да, давай на игру и будет... Давай, да, крыса. Да. Вот, вот. Такая-то такая F. 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 Блин, реально прикольная. Ну, прям петь можно. Такая-то такая F. Давай, ты уже зашел. А, да, ты зашел. Ладно, ты у меня голый. У меня со спиной. Что ты голый? Одень рубашку. Кстати. Вот, теперь у меня со спиной появился, сейчас без спины. Смотри, у меня 3 ребенка. Влад. Влад, теперь у меня 3 ребенка. Ну, из такого жирного. Все слова не запасу, не кончится. Просто посрали. Вот смотри, видишь, у меня 3 ребенка. Ой, 2. Я третий, короче. Я тоже ребенок же, я же несовершеннолетний. 3 ребенка. А у тебя 1 ребенок, хе-хе. Я одинокий мужчина, хочу. О, Влад, смотри, смотри, я забаговал, смотри. Видишь? Блин, что там у тебя? Кстати, как с алмазом живется? Он тебе не надоел? Надоел.
Помню, как было круто, когда... Ну ладно, это будет провокационно. Или чё? О, тебя, у тебя тоже самое. Чё, перезайти опять, да? Можно аутбуса или давай мне. Давай я выключу аутбуса. Давай это найти игру, да? Смотри. Влад, ты здесь вообще? А что там у тебя с Роблоксом уже?